Всем привет, друзья! С вами снова Александр, и я расскажу вам об одной из самых любимых мною автолюлек от компании Nuna. Моделька называется Ara. Эта люлька непростая, таких в природе люлек совсем немного из ассортимента мира автокресел. Люльки с возможностью выпрямления, люльки полностью горизонтальной положение во время движения в люльке, в автомобиле, всего лишь две позиции. Это у компании Joy, i-Level модель называется, тоже очень классная люлька. И вот это Nuna Ara. Это максимально близкие по конструкции автолюльки, и выбрав одну из них, вы как бы сделаете в любом случае правильный выбор. Ну, у вас уже есть выбор, это же хорошо. Соответственно, вот я ее к вам передом сразу развернул. Люлька же у нас всегда против хода движения есть, ну, используется, поэтому я вот повернул, чтобы вам просто показать. Это нормальная, полноценная, полноразмерная люлька, очень безопасная, соответствует последним самым стандартам, в том числе i-Size безопасности, стандарты я имею в виду. Вот, и ребенка доверять ей, естественно, можно. Это очень классная позиция. Что касается материалов, материалы используются тоже очень классные, особенно вот эти вот серенькие материалы, вот эти подушечки, они прям вот, я не знаю, такое уютное ощущение, когда их трогаешь, создаются, вот, и ребенку тактильно будет очень приятно. Ребенок у нас очень нежненький, когда маленький, кожица вся вот мягенькая, и чем-то ее корябать, естественно, не хочется, вот поэтому здесь материалы очень-очень добротные. Вот эти подушечки, естественно, по мере роста ребенка у нас вынимаются, когда ему уже не нужно будет, они будут ему тесно, да, в них, с ними, точнее говоря, их можно демонтировать. Подголовник, естественно, всегда остается. У нас есть также ручка для транспортировки с коричневой эко-кожей. Есть у нас хороший большой козырек. Козырек здесь на самом деле вот такой, как в колясках, не просто так. Даже есть, видите, отверстие такое вот для проветривания, можно заглянуть там, посмотреть. Ее можно ставить на коляску. И из-за того, что вот есть особенность у этой люльки, мы можем вот так горизонтально выравнивать на коляске, применение ее с коляской очень актуально, потому что вот в таком положении, полусогнутом, ребенку долго нельзя ехать, это очень вредно. И все производители кресел и врачи говорят, вот так вот старайтесь, особенно первые месяцы жизни, минимизировать время поездок. Там чуть ли не до получаса, там 40 минут, потому что ребенок очень маленький, не сформирован в принципе еще до конца абсолютно, и вот такое полусогнутое положение длительное в люльках для него не полезно совсем. Поэтому поездки должны быть маленькие. Он полусогнут в момент ДТП. Это же у нас для безопасности в автомобиле люлечки. Да? Мы же их покупаем, чтобы ребенку жизнь сохранить в момент аварии. Не дай бог, конечно, но мы же их для этого покупаем. Он в момент ДТП должен быть полусогнут. Для безопасности это правильное положение, но долго так нельзя. Чем старше становится ребенок, тем больше можно находиться в таком положении времени. Чем младше, тем меньше. Поэтому вот эта люлька и уникальна тем, что она дает нам возможность вот так ее выровнять, горизонтальное положение и в автомобиле, и на коляску, на шасси, когда мы поставим, у нас есть вот такая уникальная возможность. И при том, что мы ставим, когда горизонтально, безопасность не страдает при этом. Поэтому вот и уникальность вот этих вот люлек в этом и является. Смотрите, ее ставить в автомобиль ремнем прикрепить невозможно. С ней в комплекте идет база Isofix, которую мы пристегиваем, упор в пол задвигаем и просто вот так вот устанавливаем. Все, база Isofix — это чудеснейшая вещь. Это жесткое крепление к кузову автомобиля люльки. Вот, и самое важное, как по мне, здесь то, что если бы она ремнем крепилась, некоторые родители допускают ошибки при креплении ремнем. Вот на базе Isofix это в принципе невозможно. Она у вас просто-напросто вывалится. И здесь вы просто защелкнули, и все, у вас все индикаторы зеленые, можно ехать. Когда увидели все зелененькое, соответственно, она стоит правильно. Если что-то красненькое, значит, вы что-то сделали не так. Это вот упрощает жизнь. Вот, кстати, что касается дополнительных систем безопасности, это
SIP-система называется, УНУНЫ. Это система, которая при боковом ДТП гасит энергию удара очень сильно. Это вот ICE, он требует повышенной безопасности при боковом ДТП. Раньше проверяли там только в лоб, на небольших скоростях, сейчас и переворачивают автомобиль, и чего только там не делают. Поэтому вот эту вещь нужно со стороны двери активировать. Со стороны салона этого делать не нужно. Вот, собственно, и все. Что касается моего мнения по поводу вот этой люльки, здесь особо долго не расскажешь, очень, очень крутая, классная вещь. Кстати, цена на нее очень невысокая, учитывая то, что мы получаем премиальный продукт, уникальный продукт за относительно нормальные деньги. Естественно, сейчас ничего дешево не стоит, все, казалось бы, космос, цены улетают, но так и в реалии приходится с этим как-то жить и выбирать уже из того, что имеем. И учитывая нынешние реалии, это недорого. Даже еще 2014 год взять, когда еще все не бомбануло, тогда она бы тоже была актуальной ценой. У нее цена реально очень неплохая. Вот. Если вы планируете ставить на коляску, и у вас какие-то долгие поездки, на дачу по выходным вы ездите по 2 часа, это просто незаменимая для вас вещь. Поэтому ссылка в описании. Если есть сомнения, приезжайте в магазины «Мир автокресел», ребеночка туда упакуем, посадим, посмотрите, убедитесь в том, что я прав, и будете ее приобретать. Ну, я, собственно, если видео вам понравилось, обзор был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А вам хочу пожелать удачи на дорогах, всего доброго.